перед началом этого видеоролика я хочу, чтобы вы не забывали про нашу группу Your Name, которая так часто обновляется. Здесь я вот вас благодарю, как видите. Очень много чего делаю тут. Вот выставляю посты, тут всякие обновления, всякие фишечки из CSGO, предупреждаю о стримах, все такое, о видосиках. Вот даже есть, собственно, мемчики, которые я тоже отсылаю от разных групп. Вот, стримы, оповещания. Вот. Так что переходите по ссылке в описании. А еще хочу вам порекомендовать одну группу для владельцев айфонов. Тут он и для Android. Тут выкладывают всякие обои. Предлагайте свои же собственные обои. Вот, например, мои, которые я вот вчера где-то в 21, так уже 40, я выкладывал эти вот обои. И мне уже сегодня выложили их. Вот. Так что очень большая, ну, очень откликаемая администрация, все обои ваши будут выложены, самые лучшие, вот даже они отписали, друзья, предлагайте ваши обои, лучшие будут опубликованы. Вот, я попал, ну, считаю, лучше уже 13 лайков на моих, считаю, обоях, которые, считаю, предложил. Здесь 19, здесь 1, здесь 1. Самое большое — это СССР. Считай, вот так вот. На всех, вот, считай, за этот посту, считай, 13 лайков. Так что, пожалуйста, вот даже ссылочка есть на меня, вот он. Вот, все. Переходите. И все. Всем удачи. Всем пока-пока-пока-пока-пока-пока. Переходите к видосику. Хей, всем привет, пацаны! Как же вам обновленное интро? Вы, наверное, опять спросите, это опять, наверное, нарезка? Скажу так, нет. Я просто хочу вас поблагодарить за такой большой актив, то, что очень много подписались. Спасибо вам за 420 сабов на Ютубе. Также, ну, не забывайте вам про мой инстаграм, ссылочка будет где? Правильно, в описании. Давайте там тоже наберем много про подписчиков. Также не забывайте про нашу группу, которую я напомнила еще в начале. Вот, мы обновили интро, так что будет еще много обновлений. Очень даже много, наверное. Так что ждите их. Также подписывайтесь на меня, и по старой традиции мы будем подписываться, конечно же, на вас. И все в том духе. Я конкретно даже чуть-чуть просмотрю видео, и мне, ну, все равно будет о чем. Ну, считай, мне все равно, конечно, будет интересно посмотреть, что вы там снимаете, но понравилось оно мне или нет, я так категорически должен поставить вам лайк по нашей традиции типа канала. Вот, я хочу продолжать его развивать, там, все это делать, контент, там, все вот это пилить. Но если кому-то не нравится, там, не смотрите, конечно, это... Некоторые мне просто говорят, даже вот в школе, типа, вот я выкладываю видеоролики с аниме, там, клипами. Ну вот, типа, мне говорят, фу, ты аниме там смотришь, но говорю, то, что я всего один раз, ну, смотрел аниме, это, считаю, повеление адской сестры, и считаю, нет жизни, нет игры. Вот, это все то, что я две анимехи посмотрел, и все, и больше я не смотрел. И вообще категорически, ну, не буду, наверное, смотреть, и просто буду делать клипы. Даже вот на ты, вот эти, которые я выкладывал, я просто, считаю, даже не смотрел это аниме, просто, ну, посмотрел так просто, ну, обзор этого аниме, типа такой, ну, пофиг, сделаю клип так, ну, понравилось. Просто вспомнил то, что вышла, ну, песня на ты, и я решил сделать этот клип. Вот. Так что, пацаны, вообще не заморачивайтесь, делайте, что хотите. Мне, если честно, категорически все равно. То, что мне там говорят, то, что вот, анимешник, там, типа, смотришь аниме, ну, это,
Я знаю то, что его не смотрю, и смотрел только всего один раз, и это все как бы. И я не вижу тут ничего плохого, то, что я там посмотрел два раза аниме, прям ой, как страшно стало. Ну, и некоторым же людям нравится тоже то, типа, это, ну, там, это мультипликационный, просто другой стороны мультик. И мы можем, я сейчас только же могу сказать то, что Губка Боба полное дерьмо. И многие с этим согласятся, многие нет, но я не буду этого говорить, потому что не хочу осквернять свою аудиторию, потому что я знаю, там многие смотрят по-любому Губка Боба или кто там, ну, подписаны маленькие еще, ну, как бы не маленькие. Есть даже, наверное, там у меня в подписчиках старше меня, наверное, есть. Даже есть младше меня, так что я ничего не отрицаю, смотрите на удовольствие. Если не нравится, просто не смотрите. Я как бы не говорю, что вы смотрели, я просто говорю, чтобы актив был. Ну, пыталась развить мой канал. Я вам выражаю очень большую благодарность за такой большой актив. Очень большой, вы прям вообще меня удивили за последнее время. Особенно с того года так посыпались быстро подписчики. Я даже не ожидал, что наберу даже 400 подписчиков. Я, конечно, этому благодарен. Спасибо, то, что подписываетесь. Всем удачи, всем пока. Также ждите новых обновлений группы. Не забывайте подписываться на группу и на Инстаграм, еще раз скажу. Всем удачи, всем пока, всех люблю. И спасибо за 420 подписчиков еще раз.